Мы стоим, потом по команде бежать. Хорошо. Стоп! А что не зачековали? Так это не у меня. Да. Так что ты думал, надо подмотать действие. Пока ходили, да. Это было съемка? Да, было съемка, да. Ну, просто. Все, все. Готовы лететь сверху? Не знаю. Ольга? Да. Стоп! Стоп, Серёж! Ой, так, я Да. Что? Два или три. Все, карабин расстегнул? Полководцы нужны? Да? Ну да, сейчас. Скажи, пусть Диана принесет рацию. Завяжешь? Да. То крепко, Артур. Третьего фальстарта я жду перенесу. Ну прям вообще. А? Ну да. Ир. Артур.
помнишь, да? Такой смешной. Не нажимай тебя. Поправь, поправь, Ян. Так, и так. Нормально. Ну, хочешь поправить? Все равно ходит. Подарили, что ли, да? Что? Полет. Нет, вот друг собрался и нас с собой позвал. Мы тут из Гатчины недалеко. Просто вот так вот спонтанно решили сегодня куда-нибудь съездить. А как нашли? В интернете. Ну, в интернете? Вконтакте? Не знаю, вдруг нашел. Артур, больше 15 узлов не надо вязать, наверное. Думаешь? А вдруг? Ну, 16 завяжи контрольно и хорошо. Да, вот я до 16 решил остановить. Все, не готов. Закончено.
Здорово.